коллеги, представители средств массовой информации. Для нашего укрупненного Мелитопольского нового района, для нашего субрегиона достаточно важным и приоритетным вопросом в развитии нашей территории является сохранение и поддержка дорожной инфраструктуры, а также строительство новых объектов. Прошедшие несколько лет были плодотворными в части этой работы для нашей территории. Было реализовано ряд крупных проектов на трассе М14, М18. Мы наладили логистическое сообщение с направлением в сторону Каховки, в сторону Запорожья, в сторону Кирилловки. Также выполнили серьезные капитальные ремонты ряда внутренних дорог Мелитопольского района в направлении Мордвиновка, Астраханка, Арабка, которая проходит через Константиновку и Вознесенку. Но на сегодняшний день впереди у нас строительство так называемой вставки в этом году, которая соединит объездную дорогу от Нового до Удачного. Также важный и нужный инфраструктурный дорожный проект. Но до сегодняшнего дня крайне важным актуальным вопросом для жителей, в первую очередь Мелитополя, остается вопрос строительства объездной дороги. Мы знаем, какие потери несет экология нашего города, как разрушаются от больших грузов наши внутренние дороги. Для того, чтобы облегчить поток, особенно в пиковые туристические периоды времени года, крайне необходимо по сумме этих всех факторов и обстоятельств построить объездную дорогу вокруг города Мелитополя. Мы провели предварительные переговоры с руководством службы автомобильных дорог Украины. Я благодарен Олегу Галичу за активную поддержку данного проекта. Сегодня у нас проходит совещание с руководителями города, руководителями службы, руководителями района, включая и объезд, совещание и обсуждение основных сложных и приоритетных моментов. Сегодня мы ставим перед собой задачу реализовать в этом году проектирование, первую часть этой важной и сложной работы данной объездной дороги, согласовать все сложности и трудности с жителями нашего города, в первую очередь дачными кооперативами, сельхозпроизводителями, и отыскать самые оптимальные варианты реализации данного проекта. Уверенности у нас хватает, за плечами много уже сделано. С поддержкой команды президента, я уверен, мы сможем реализовать в ближайшее время этот необходимый для всех нас важный инфраструктурный дорожный проект. Спасибо.